3 декабря в 4.00 был обнаружен факт недостаточного поступления объема воды в резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода, в результате чего было снижено давление подаваемой воды в распределительную сеть города до уровня 1 атмосферы. Была остановлена зональная насосная станция, в связи с чем остались без водоснабжения дома в южной части города, в границах улиц Окружного шоссе, Ленинградская, Гагарина, микрорайон Ремсельмаш. Без воды оказалось 807 многоквартирных домов. Итого 65 515 человек. А также, что немаловажно, 127 объектов социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, медицинские учреждения. На пониженном давлении водопроводной сети находилось 2350 квартирных домов, то есть практически все население нашего города, это 247 907 человек. Областная клиническая больница на Пошехонской, 23, была переведена на подачу воды по часам. В особом режиме велась работа томографа. Это оборудование, которое требует постоянного охлаждения водой, и невозможно его отключить от воды. Стоимость оборудования более 100 миллионов рублей. Отсутствие водоснабжения повлияло на работу многих предприятий, которые находятся в той части города, в частности, на работу высокоточных производств. К примеру, работа на Вологодском заводе специальных подшипников не была остановлена только потому, что у них имелись запасные резервуары. То есть у них есть свои накопители, поэтому они продолжали работать. Количество обращений в Вологжан администрацию города в связи с аварией на очистных сооружениях водоканала составило почти 800. Это достаточно большое количество. Большая часть из них, это 779, поступила через инцидент менеджмент. Как вы помните, меры были предприняты незамедлительно. Сразу же была собрана комиссия под моим председательством, где были определены задачи по восстановлению водоснабжения. Там обсуждали вопрос, что необходимо делать, и как временно обеспечить людей водой. То есть вопрос подвоза воды обсуждали. Подвоз воды с 10.00 того же дня осуществлялся к социально значимым объектам, детские сады, школы, медицинские учреждения. Водой были обеспечены детские сады в микрорайоне Ахмыльцево, Тепличный, Костромская, Псковская, Гагарина. До 13 часов это больницы по Пошехонке, Северно, детсады в районе Заречья, Водников. То есть всю социалку в первую очередь, конечно, обеспечили. С 13.45 стали обеспечивать подвоз воды населению. Работало 10 цистерн, 5 из них это Вологодгорводоканала, и 5 нам помогали предприятия нашего города. Хочу поблагодарить Вологодский молочный комбинат, учебно-опытный комбинат, завод, вернее, ВГМХ, Суханский молочный комбинат, который предоставили технику, и пожарную машину выделил МЧС для технического водоснабжения котельных. Всего было подведено 92 метра кубических воды. Немножко хронология. То, что комиссия наметила план мероприятий, к чему это привело. 14.00 мощность очистных сооружений, необходимый запас воды в резервуарах чистой воды начал восстанавливаться, начаты работы по запитке распредсети. 18.00 водоснабжение центральной Заречной 6 микрорайона восстановлено полностью. В 20.00 запущена в работу зональная станция на пониженном давлении в южном микрорайоне Ахмыльцево бывало. И в 23.50 полностью было восстановлено водоснабжение. То есть все насосные станции были запущены. Для выяснения причин была создана комиссия. При анализе действий работников очистных сооружений муниципального предприятия Вологда-Горводоканал выявлено, пока я даю очень аккуратную оценку, выявлено халатное отношение к своим обязанностям, во-первых. Во-вторых, неправильное принятие управленческих решений, которые привели к снижению пропускной способности фильтров, что и в конечном итоге повлияло на недостаточный запас воды в резервуарах чистой воды. То есть ответственными работниками были нарушены полностью инструкции, как они должны действовать в такой ситуации.
Значит, в связи с тем, что была допущена ситуация, связанная именно с безопасностью жителей, я обратился в правоохранительные органы, значит, силовые структуры для проверки этих фактов. Мы сейчас живем в режиме повышенной готовности и ничего исключать нельзя. Поэтому я думаю, что специальные органы дадут еще оценку, значит, действиям, значит, наших коллег. Решением комиссии рекомендовано руководителю Вологда-Горводоканал привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения специалистов, которые создали эту ситуацию. Значит, именно исполняющий обязанности начальника очистных сооружений водопровода, который вовремя не оценил сложившуюся ситуацию, не принял мер по предотвращению, нарушил тем самым инструкции. Второе, начальника смены очистных сооружений водопровода, которая вовремя не оповестила сложившуюся ситуацию на фильтрах и не акцентировала внимание начальства на ситуации. Значит, оператора фильтров 4-го разряда очистных сооружений, которая не осуществила необходимую в данном случае внеплановую промывку нечетных фильтров. Значит, также рассматривается возможность применения данной меры ответственности к заместителю главного инженера по эксплуатации, контролирующей работу очистных сооружений, в связи с тем, что неоднократно допускал сбои в работе очистных сооружений. Решение будет по нему принято отдельно, он сейчас находится на больничном. Но сразу вам хочу сказать, что мы с такими людьми работать не собираемся. Ну и с учетом того, что сейчас руководитель водоканала тоже находится на больничном, значит, мы сейчас меры никакие к нему принять не можем на данный момент. Но хочу сказать, что с руководителем водоканала мы работать больше не будем. Значит, это будет еще одно кадровое решение. Значит, после того, как руководитель выйдет с больничного. Сейчас водоканалом руководит исполняющий обязанности. Хочу подчеркнуть, что выводы сделаны. Дополнительные меры будут приняты для недопущения такой ситуации. Разработана дорожная карта по созданию единой программы информационной базы мониторинга за основными показателями работы всех сооружений. Ну и будут проведены неплановые обучения и проверки всех сотрудников на очистных. Это большая работа предстоит, поэтому этой работой будем заниматься.